Добрый день, друзья! Сегодня будет коротенькое видео, такой сравнительный анализ балластных танков на новом танкере и на старом пароходике. Первому танкеру было, он был 2011 года, на тот момент ему исполнилось всего лишь 5 лет, и второй пароходик всего лишь 48 лет от роду. Ну, вспомним, это было в 25-й серии. Кто хочет посмотреть серию полностью, обращайтесь к плейлисту сериал. И в конце этого видео вы поймете, почему я так стремлюсь попасть на новые пароходы. Ну что ж, приятного просмотра. Еще хочется сказать, что я снимаю шляпу перед теми людьми, которые работают на таких пароходах. Выдают на берег, надо брать балласт, ё-моё, ну там метров 30-ка, наверное. Вот это все забортная вода здесь. Но так как мы в грузу, балласт полностью откатали за борт, тут можно и потеряться. А тот клапан, вон он, дно. Первый правый, а их 6 правых и 6 левых. Нормально, пошли обратно. Ни клапан не закрывался, они достали. Теперь мы завтра поменяем в токарочке резинку, и будет закрываться все. Так, хватит экскурсии, потому что если я вниз полезу, там на сапогах буду грязный как черт. Резюка какая, не так чтобы. Я на одном старом пароходе вот так залез, у меня там грузовой танк, трещина была, бежал балластный, у меня фонарь погас, меня старпом бросил, я потом выход искал 20 минут. Все, полезли наверх. Экскурсия. А я ж не вниз, что я по грязи. По грязи буду лазить. А те же на тележке покатили, да? Да. Покатили телегу. Старпом и стармех. Вместе с клапаном. Легкая пробежечка после ужина. Как лошадь нахуй, где стоит, блядь? Ну что там?